На коньках с чемпионами. К Международному дню хоккея в Ханты-Мансийске прошла всероссийская акция «Спортивная зима». Жители и гости города бок о бок со звездными спортсменами вышли на массовое катание на коньках. Среди присоединившихся олимпийский чемпион Евгений Редькин, сибирский «Рокки» и по совместительству депутат окружной думы Руслан Проводников, обладатель Кубка чемпионов по хоккею Сергей Гусев, чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко. Отмечу, что помимо нарезания кругов на льду, в программе также были конкурсы, мастер-классы по фигурному катанию, естественно, по хоккею и езде на слэш-санях. Вот таким необычным образом югорчане открыли зимний спортивный сезон. И на него, кстати, и у спортсменов, и у югорчан есть свои планы. Я бегаю практически каждое утро в любую погоду, независимо от какая погода, минус там 30, минус 40. И вот при самой низкой температуре, при которой я пробежал на прошлом году, 22 февраля, при температуре минус 42. Вот надеюсь, что этой зимой я достану еще ниже температуры. Учитывая то, что у нас регион с вами зимний, поэтому мы должны сами заниматься, поэтому всех приглашаю на катки, на лыжные трассы, занимайтесь спортом. Еще добавлю, что акция «Спортивная зима» завершилась по-спортивному. Чемпионы и начинающие чемпионы отправились смотреть хоккейный матч, в котором встретились ХК «Югра» и казанский «Барс». Подробнее о том, кто победил в этом противостоянии, расскажем в следующей новости. Василий Сысуев, Виктор Сивков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.